Я там реально, короче, забей, непроходимая игра. Сейчас непроходимая. Ну, если она Вот. непроходима из-за разрабов, то, ну, как бы. Не, ну она как бы, знаешь, там не, ну, непроходима не потому, что там стена где-то стоит, которую не пройти, а потому, что там боты такие дебильные, вот. Ну, я не знаю, не пройти ее, Ну ладно, короче. давайте, короче, ребят, я сначала ролил кекса на досе, вот Давай, дос. на досе мне роль. Так Дай что, название сюда. а, мышка что-то не видно. Мышки не видно Не, на не экране, но я не РПГ-орды, наверное. наебываю, если что, а? Не РПГ-орды. Не-не-не-не-не, все нормально. Ну, Ну посмотрим, я что там наролил. она напишет в результате. Называется только бабушка и я игра. Just Grandma and Me. Just Grandma and Me. Ну, мне очень нравится. О, а там очень много, кстати, игр этой серии, смотри. Ну, тебе, видимо, классическая первая часть Вот была. так вот, да, называется? Да. Это квест какой-то. А, живая книга написана. Прохождение 5 минут на... Ну, сойдет, нормально. Ну, это же Да, не... это просто книжка, короче. Ну, это не игра, я думаю, это рерол. Ну, типа, это не игра, это книга. Ну, Ну, окей. Кекс, ну, это не Мне серьезно. кажется, так... Илья, на А. MSX 2 теперь. Мне, пожалуйста, раз... Погоди, На погоди. MSX можно или нет? Ну это не игра, пацаны. Ну что за говно-то? Илья, я посмотрел только что эту 5 минут на Ютубе. В Нет, конце чувак. бобер говорит конец. Чуваки, Смотри. это не игра. Это не игра. Я не знаю, что она делает, блядь, на роллах в играх, но это не Ребят, вот, игра. посмотрите, ролики, ну, в конце The End и бобер. Может, я не смогу дойти до тут, там стрелочку не нажму. Ладно, рандом, Ну блин, давай. ну это реально не игра. Вы даже не упоминайте, что это в дропах было, типа в этом в RGG челлендже. Я не знаю, что она тут делает. Это не Они игра, это просто Living базу игр, Books. потому что закинули и Ну все. да. Или может мы что-то не то нашли, ща, погоди. Да не, я думаю, не, я то нашел. Вова Ростов, спасибо за подписку. Так можно так вести, ребят. Кто говорит про Зенит, поиграть в этот теннис или в Кинг-Конга и потом. Не-не-не, это не игра, я проверил. Это действительно не игра. Игра кто-то пишет? Ну, я считаю, что это не игра. Я пытаюсь найти. В ней же нет. Может быть, есть какая-то игра My Grandma and Me по этим Блин, ну книжкам? я такие в детстве игры видел. Ну, типа на дисках даже были. Это вот то, что я скинул ролик в чат, могу тебе кинуть, это Кинь оно мне, есть, я да-да-да, я думаю. посмотрю. Но это Вот, не я думаю, это похоже. вон там Нет, стрелочка, чувак, это вперед, ж не вперед и похоже все. на MS-DOS вообще ни капли. Там не могло быть Думаешь? такого графона, конечно. Ну, не знаю. Тогда давайте, ребят, тот моить. Кто-нибудь может найти настоящего Гранд Я Бэнми? думаю, там примерно то же самое будет. Ну, скорее всего, да. Не буду же я там охотиться Не, на бабушку. ну технически это играет. Интерактивная книга. Да, конечно, это... Не, ребят, это рерол. Даже если бы мне это говно выпало, я бы даже не машинил, я бы сразу рерол делал. Давай, Короче, давай, давай. да, давай. Просто даже не упоминайте об этом в РГГ, но это реально не игра. И конструктор, братан. Игра Давай, называется название коперни мне. конструктор. Мисс-босс. Пока время есть, все равно, короче, кекса нету стрима. Если кто-то найдет реально, Охренеть! если кто-нибудь найдет реально эту игру, ух, нихуя. Какой-то Fallout прям тире Дюна какая-то, смотри, видишь? Ну, это вот твой парк динозавров будет. Тут есть конечная цель. Я не знаю. Но игра выглядит очень круто для досовских времен. Ну, 97-го года вообще, то есть Но как я бы... что-то очень боюсь, что это где стримить надо. Ой, строить просто дом. Это от Булфрогов, что ли? Я загляну потом, посмотрю там, насколько там можно далеко пройти. Можно ли победить. Ну, какая-то тоже такая страдежка, типа тукона какого-то. Не понимаю, какая цель тут будет, но... Посмотрим. Несколько уровней, говорят. Сейчас проверим. Но в любом случае это игра. В отличие от интерактивной книги.
конце вынесут гроб со мной, и это будет считаться за, конц... за концовку плохую? Just Grandma and Me is a miscellaneous game developed by Living Books and published by... Ну, да, это книга. Я единственное не знаю, какая тут концовка, как бы, вот у конструктора. Есть тут миссия или что? Ну, посмотрим, ладно, это уже второй вопрос. Я сейчас-то про это не буду, если что, за ролью на это. Сейвы в игре есть, короче, все нормально. Ну да, стратежка какая-то. Причем очень прилично выглядящая, красиво отрисованная. Кто-нибудь играл? У кого-нибудь... Опять Илья. Ты видишь, в чате пишет... Если игрок наберет 1 000 000 стерлингов, фунтов стерлингов менее, чем за 20 лет, то откроется... Короче, опять какая-то история про 20 лет и так далее. Чего у них за болезнь такая? Ну да, похоже на то. Короче, тебе надо на сложном уровне набрать 1 000 000 фунтов стерлингов менее, чем за 20 лет. Там какие-то разные режимы. Там 4 режима. Тебе, видимо, надо пройти на любой сложности все 4 режима. Я бы так, наверное. Давай себе роль, я пойду в магазин за пивком. Да нет, ты уже можешь идти. Не-не-не, я посмотрю, я поделюсь своей удачей. Ну ладно. Так. Итак, ребят. Ганчухиши, Аоки Уаками, Туширока, Широкарика. Ну, короче, понятно. Короче, Turbo Graphics, по-моему, одни и те же игры. Поставил ролик, просто какой-то японец напихал туда. Напихонил, япошка. Ганчухохи, Аоки Уаками, Туширока. Пока. Ладно. Я сейчас искать буду, но я даже не знаю, типа, что... Ты можешь мне в скайпе кинуть, я, может, помогу попробовать. Давай. Да что-то, блин, вот на Turbo Graphics реально неохота возвращаться. Ну, главное, что не Space Fantasy. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, мне уже не нравится часть 90, короче, вот это я не люблю, когда так. И там какой-то китаец сидит и проходит ее один такой. Ну все, на японском, это какая-то стратегия. Пошаговая. А, вообще написано топ 3 самая высоко оцененная стратегическая игра на TurboGrafx, топ 3 самая сложная стратегическая игра на TurboGrafx и топ 3 самая долгая стратегическая игра на TurboGrafx. Я тебе кидаю ссылку. На японском. Давай. Она вроде? Похоже. Да, она. Блин, Хаман исчез. Ну... Ну я сейчас поищу. Ну 30 часа, 33 часа здесь, значит примерно 8 часов. Лорен, спасибо за подписку. Ладно, я давай поищу, давай, я сейчас в магазин поищу. Ну я сейчас поищу ее, но если она только на японском, то еще. Только на японском, ребят. Аоки, Айками. Вот она, Мижеки, Надже. Сейчас еще в раздаче посмотрю на Рутрекере. Если там она на японском, то я даже смотреть не буду. Я не буду стратегию на японском играть. Это слишком тяжело. Это не экшен, не симулятор, не спорт. Это стратегия. И... Может, ее и можно пройти, но нет, я не буду. Не потому, что она длинная, неебическая или еще что-то в этом роде, а просто по той простой причине, что она на японском. Как она еще раз называлась? Ганчиошини. Да, Коеи GP. Он ли GP? Ну, для очистки совести я ее скачаю. Сейчас мы посмотрим. Мне кажется, что я не буду в это играть. Да, здорово. Да, да, прям. А? У тебя стрим? Да, 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 я РГГ все сижу, дрочу. Играешь уже?
Нет, вот я сейчас ролю на TurboGrafx игру, но там слишком много японских игр, поэтому, ну, типа, каждая там вторая японская. Я сейчас посмотрю, у меня стратегия какая-то упала, если она, ну, не проходится из-за японского, то... Так а японские все реролятся по правилам или как? Да, естественно, а как играть-то? Дружище, как ты опоздал с рассказом про соседей, спасибо тебе большое за 200 рублей, но я прям только что рассказал вообще, я не знаю, два раза подряд не буду. Когда там полицейские будни-то? Народ уже... Так нет никаких полицейских будней, блять, это ж обычная тема, там, мы просто подснялись в рекламе International для факера. Уже пора бы давно догадаться было. А я тут... меня тоже развели вместе со всеми. Ну да. Ну а как их снять о чем-то? Вот скажи, вот мне тут пишут, что если я должен чему, хочу чему-то научиться в доте, то нужно понять, что я полный рак. Вот как, по-твоему, я полный рак? Тебе надо, ну, октарин собрать на Бристольбеке для начала. Вот как только ты соберешь до 20-й минуты октарин на Бристольбеке, тогда и звони мне с этими вопросами, а пока нет. Хорошо. Watch Dogs ты не надумал еще, все, хочешь свое гонять? RGG. Да, пока погоняю. Но не удаляй игру, пусть она у тебя останется. Надо, ты ж не качается мне. Я, короче, нашел этот путеводитель по Чикаго на английском. Можем еще и языковые навыки. Так мы тогда и ездили по этому путеводителю. Не, мы по Google этим искали же. А я нашел прям такой, типа, для туристов маленький гайдик такой по Чикаго. Мы можем, как, знаешь, такие на отдыхе, чувачки, смотреть, читать там про достопримечательности. По-английски. Чтобы при этом еще и стрим был образовательным. Блин, да че за отсос? Смотришь ли ты футбол, болеешь ли за какой-то зарубежный клуб? Нет, а нет, спасибо за 100 рублей. Мне больше нравится играть в футбол. Играть в футбол весело. Даже когда ты жирный, немощный алкаш. Пацаны, ну, я не знаю, она качается с такой скоростью, что мы ее неделю будем ждать. Мне кажется, что можно реролить. Так а что за консолька-то сейчас? TurboGrafx, это то, на чем я Фрею проходил. Но я перешел, ну, прошел Фрею, попал на ГБА, там мне упали, упало парк юрского периода Park Builder. Это, короче, SimCity на Game Boy Advance с динозаврами. Я поиграл у нее часа 4, сказал, что нахуй. Да это ладно. Говно, да, конечно, она вообще невыносима. Там надо 20 лет, блядь, продержаться, а один год где-то час длится. Я, короче, хуй забил. Вернулся на TurboGrafx, мне упало в Cosmic Fantasy. Это RPG на там 50 часов плюс японская. Причем с ужасной графикой какой-то вообще... JRPG мир. Это типа где справа чувачки появляются? Да, да, да. Ну, типа того, там такие файты, а вот общий экран, ну просто ужасно прорисованный, блевотный, хуже не видел никогда, блять, на Денди лучше. Там, то есть там лес, например, ты летаешь по нему. Ну, короче, вообще кал какой-то. Ну, я так прикинул, что мне реально 20 часов в нее залупаться. И снова на Super Nintendo, а там мне упало... Игра про Ультрамена, но я ее быстро прошел за пару часов где-то. Такова вот история. Ну и в итоге вернулся туда, откуда и начинал. Да, на TurboGrafx. Сейчас пытаюсь понять, что за игра в чате особо не помогает. Надо X-Kinda звать, а то он все спрашивал, какую игру можно проходить начать. Я даже вообще на ютубе-то ее найти не могу. Ну, я буду ждать, пока скачается, чтобы потом машины не было. 6 часов 41 минута до скачки, так что сидим, ждем, че. Ну, это часть челленджа, знаешь, как бы еще нужно как бы дождаться, пока она докачается. Капитан Плетемет, суть Retro Games Challenge в том, что ты проходишь 10 типа игр на 10 разных консолях стареньких. Последняя это DOS, а первая это Atari, по-моему, или что? Mm-hmm. Это на деньги, нет. Не, последняя PlayStation 1. Денег тебе никто не даст, дружище. Это не на деньги. Прикинь, были бы какие-нибудь фрики, которые платили бы людям за то, что они...